Всем привет, друзья! Заканчивается месяц май, а вместе с маем в Индии заканчивается и лето, и начинается муссон. В Индии три сезона, когда-то я рассказывала, лето, затем муссон, и еще какой-то третий сезон я не помню. Я оставлю ссылку на это видео внизу. Ну и так как заканчивается лето, то заканчиваются и школьные каникулы, и приходит пора нам собираться в школу. Что такое собираться в школу, знает каждый родитель. Это, конечно же, и радостно, и вместе с тем тоже хорошо бьет по кошельку. И сегодня мы постараемся выяснить, сколько же стоит собрать ребенка в школу в Индию. Мы ходим в частную школу. За школу мы платим сейчас в месяц 5800, хотя старшеклассники и платят по 10 тысяч в месяц. Ну, в общем, цены разные. У нас средняя школа не самая дорогая. Нам привез сегодня книжки в школу. Книжки, тетрадки и школьную форму. И сейчас мы покажем вам, что у нас тут есть и сколько это стоит. Книжки вместе со школьной формой и тетрадками обошлись нам в 3965 рупий. И давайте посмотрим, какие книжки. Мы идем в 6 класс. Вот у нас словарик нам привезли на английском языке. Это у нас история. История в 6 классе пока учат историю Индии. История. Это социальная и политическая жизнь. Тоже, я так понимаю, все про Индию. Все на английском языке, кроме хинди, потому что хинди на хинди. И кроме малиалама, который малиалам тоже на малиаламе. Вот у нас малиалам. Смотрите, какие красивые буквы у нас. Вот здесь они уже и стихи будут учить. Вот поэмы, все это на малиалам. Это у нас идет для английского чтения. Это тоже у нас английский. Здесь всякие рассказы, поэмы. Вот такой вот они будут еще читать. И это у нас наука. Сюда у нас входят химия, биология и физика. Вот сюда вот входят вот в одну книжку, которая называется «Наука» у нас. И самая толстая математика. Посмотрите, какая она толстая. Вот такая у нас математика в 6 классе. Ну, еще хотела я вам показать, какие у нас тетрадки по математике. Посмотрите, в Индии тетрадки по математике не в клеточку, а вот такие вот в линеечку и вот так вот наоборот вот пишут на них. Вот так вот здесь пишут условия задачи, как-то здесь решение, вот так вот. Вот такие вот у нас по математике тетрадки. А школьная, здесь входит школьная форма в эту оплату. Здесь у нас три футболки идут, то есть у нас получается на каждый день разная школьная форма. У нас три футболки, две рубашки и одни брюки нам дали белые. Еще нам надо пошить двое брюк темно-синих и рубашки тоже надо пошить. Один комплект школьной формы пошить стоит примерно еще 600 рупий, когда мы последний раз шили, столько вот стоил. Ну и тетрадки еще сюда входят. Ну и нам еще надо докупить, конечно же, много всего. Мы хотим купить новый рюкзак. Может быть, еще нам нужно купить коробочки для еды. Еще в школу детям нужны бутылочки для воды, потому что они с собой берут пить. Конечно, много чего у нас осталось. Сейчас мы выясним, что нам нужно покупать, что не нужно. Еду нужно носить с собой. Специально такие еще сумки есть для еды. И сейчас давайте отправимся на шопинг и посмотрим, сколько же стоит собрать ребенка в школу в Индии. Ну, к школе не только мы готовимся. Как вы видите, здесь магазин тоже приготовился. Оформили красиво фотозону в виде школьного автобуса. И вот здесь вот продаются рюкзачки, можно купить со скидочками. И такой замечательный школьный автобус.
в котором тоже продают товары для школы. И здесь рюкзачки, рюкзачки на любую цену, на любой вкус, для мальчиков, для девочек, для маленьких, для тех, кто постарше, подешевле, подороже. Посмотрим, сколько этот рюкзачок стоит. Это дорогой рюкзачок, 2,399 стоит. Вот здесь и зонтики для школьников продают, но это, конечно, такие более детские, для малышей. Мой уже мальчик с таким зонтиком ходить не будет. Есть у него зонтик какой-то с мультигероем, уже взрослый купим. А это бумага для того, чтобы делать обложки для тетрадок. У нас таких целлофановых, полиэтиленовых у нас нет обложек. Только вот такую бумагу продают. Многолюдненько сегодня. С этим автобусиком все хотят сфотографироваться. Надо же было так интересно придумать что-то. Красиво и детям радостно. Джилин выбрал себе вот этот вот рюкзак фирмы Skyback. У него уже был такой рюкзак. Хороший, проверенный. Еще скидка на него хорошая сейчас. Вот они сейчас проверяют замочки, все ли в порядке. Такой он захотел себе. Черный с таким вот зелененьким, салатовым. По размеру он подходит. Это рюкзак на 30 литров. Понравился. Уже взрослый, уже сам себе выбирает. Уже мама или папа не может пойти купить сами. Так он стоил 1998 рупий, а мы его покупаем за 999. Такая вот хорошая скидка. А здесь внутри Джилин говорит только для малышей все. Мы видим здесь и тетрадки, альбомы для рисования. В этом автобусике рюкзачки тоже. Но здесь все такое яркое, цветное, как любят маленькие детки. А вот девочки у нас все носят такие украшения серебряные на ножках. И мы уже зашли внутрь магазина. Здесь еще больше выбор всяких коробочек. Здесь уже для таких деток постарше. Но тоже вот пластик с железом. Нам в школу пластиковые не разрешают. У нас есть металлический. И вот такая вот типа термоса пластиковая тоже есть у нас. Они есть и квадратные, и круглые. Вот эти вот такие коробочки стоят 499 рупий. И вот так квадратненько, и вот это. Вот такая вот кругленькая похожая у нас есть. У нас много их уже есть. Решили мы новую коробочку не покупать, так просто немножко вам покажем. Вот такой вот я вижу впервые. Традиционная тарелка, как для Тали. В школу. Ну, мне кажется, это неудобно. Это же ее переворачивать нельзя. Или твой любимый. Он его терпеть не может с детства. Иначе потечет все, нельзя переворачивать. А как ее носить, я даже не представляю. И сколько стоит такая коробочка? Стоит она 329 рупий. Недорого, в принципе. Такая стоит 439 рупий коробочка. Ну, она тоже пластмассовая. И снаружи, и даже внутри нету железной такой штучки. Давайте бутылочки глянем. Бутылочки тоже мы видим цветные, прозрачные, разного объема, от пол-литра и до литра. Мы своему мальчику покупаем бутылочки литровые, тоже металлические, потому что пластиковые не разрешают. Вот 899 рупий такая бутылочка, вот у Джилина похожая такая есть. Какой-то стаканчик он нашел. Тушь для маленьких это. И такие бутылочки есть. 799 рупий такая бутылочка. Разные и по цвету, и по размеру.
Вот металлическая с пластиковой крышечкой, удобная у нас таких. Тоже было несколько, но они почему-то, когда падают, то крышка пластиковая, вот ломается крепление. Какие-то вот такие ненадежные бутылки. 319 рупий стоит такая бутылочка. Литровая, по-моему, она. Вот такая стоит 775 рупий. Такие спортивные бутылочки есть, вот по 649 рупий. Ну, есть что выбрать, в общем-то, да. 899 стоит такая бутылочка. Вон сколько детей себе выбирают сами. Такие с трубочками тоже когда-то были у Дживен. А вот это вот стальные бутылки, они самые надежные. В основном у нас дети в школу с такими вот и ходят. Потому что они надежные, они могут много падать, не ломаться. И они еще и недорогие. 175 рупий стоит вот литровая бутылка. Здесь у нас всякие ручки, канцелярские товары. Это у нас все недорогое. Мы это даже уже как бы и в расчет не берем. Ну, здесь, конечно, ручки подарочные дорогие. Мы такие в школу не покупаем. Вообще, ручкой начали писать только в 5 классе. До 5 класса дети у нас пишут карандашом. И вот уже в 5 классе он начал ручкой писать. Так что теперь мы покупаем и ручки, и карандаши. Вот такие вот ручки мы покупали, они, в принципе, неплохие. Пятьдесят рупий стоит 5 штучек. И краски. Посмотрите, какие краски. 100 рупий стоит 6 баночек акриловой краски. И такой огромный выбор. Я помню, у меня в детстве, у нас же не было такого выбора. Мне откуда-то привезли, подарили ленинградскую акварель, краски. Это было такое счастье, просто не передать. Вот такими вот восковыми вот мелками рисуют у нас в школе. Ну, пока рисовали до сих пор. Вот дети Мадживину такие покупали. Они стоят 135 рупий. Ну, в магазине сейчас вот продают их, как бы скидка магазина по 130. Ой, сколько красок здесь. У меня до сих пор глаза разбегаются. Я просто завидую. Посмотрите, карандаши какие. Я очень любила в детстве рисовать. Конечно, у меня не было такого выбора. А здесь тетрадки. Ну, тетрадки нам не нужны, и мы в эту толпу даже и не полезем. Карандаши простые. Карандаши тоже нужны. Тоже карандаши. Посмотрите, какой огромный выбор. Карандаши есть и, ну, разной мягкости, как мы помним, твердые, мягкие и твердо-мягкие, да, были карандаши, так и сейчас есть, и с резиночкой на конце, и уже подточенные, и не подточенные. А это вот хочу вам показать, это у нас экзамборд называется, специальная доска на экзамен. Они когда тесты пишут, то они вот берут только листочек, эту доску, вот 100 рупий она стоит, такая вот доска. Сегодня очень просто много народу. Не одни мы пришли, так сказать, готовиться к школе. Сколько школьников сегодня вон. Ну что ж, и давайте почитаем, сколько же у нас получилось. Итак, плата за обучение в месяц 5800 рупий. Платим мы 10 месяцев, получается 58 тысяч рупий, либо же 750 долларов за год. Книги, тетрадки и форма у нас были 3965 рупий, плюс раньше когда-то был 600 рупий пошив, считаем по 600 рупий 2 комплекта 1200, это у нас получается 4895 рупий, где-то 64 доллара. Рюкзачок мы купили с хорошей скидкой, совсем недорого, это 999 рупий 13 долларов. Ланчбокс и бутылочка для воды получается у нас где-то 674 рупий, это 9 долларов. Мы не покупали в этом году новые, но все равно включили. Еще мы покупаем еще ланчбэк. Я вам когда-то его покажу. Специальная такая сумочка для вот этого всего, чтобы оно в рюкзаке ничего там не протекло нигде.
Туфли у нас нужны черные и белые, две пары. Одна пара туфлей стоит 799 рупий, так получается 1598 рупий, это где-то 21 доллар. И всего у нас получилось 857 долларов по самым скромным подсчетам. Маечки, носочки, трусики мы считать не будем. А сколько вам стоит собраться в школу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Все, в школе мы готовы. Пока-пока. До новых встреч.